Всем привет! Мы идем на Кировоград. Да, мы в Кировограде уже сегодня. Вот, приехали к бабуле в гости. Да. И сейчас идем в развлекательный центр. Наконец-то приехали в Украину. Да, так мы и так в Украине. Наконец-то с Украины приехали. Мило. Бабуля Люда тоже в Украине живет. Это страна такая. Поняла? Да. Все, идем. А, кстати, мы купили мне босоножки. Да, пошли сегодня. Бабуля Алла, да, тебе купила? Я такие выбрала. Угу, красота. Все. Идем сюда. Красота. Мне тоже красота. И у тебя красота. Все, едем. Сейчас будем развлекаться. Это типа как у нас Kinder Paradise здесь открылось в Кировограде. Такой центр. Ну, сейчас вообще по большим городам это, конечно, есть давно уже. Ну и в Кировограде открылось. Сейчас посмотрим, что там и как там. Надо как-то время проводить. Все, покажем вам. Так, едем в маршрутке. Едем на Кино. Должен быть. Все. Едем. Настарались. Приехали на место. Сейчас идем играть. Мама, тут нельзя видеть. Видишь? Круто. Приехали. Ничего себе. На роликах можно кататься. На роликах? Давайте сначала поиграть, а потом уже... Да? Походим, что здесь вообще есть? Хороший, да, Kinder Paradise? Классный. Батут, ой, смотри, батут вон как у нас в Германии похоже, да? Мама, смотри, когда я прыгаю. Где так рисуют? Классно вообще, хорошо. Сверху лазь тоже. Работники тоже катаются. Горки, видишь? Давай. Нет. Вот Маша туда полезла. Маша туда полезла. Спасибо. Маша поехала. Мила поехала.
Вон машинка. Давай. Розовый найдем, он только что, мы тут только что играли. Ой, кафе, смотри, здесь прям целая трасса. Да, целый городок. Милочка, пойдем. Вон, смотри. Мила, иди сюда, иди сюда. Отойди. Смотри, там больница есть. Ушла. Ну, а тут Марк вот колесит. Нормально, да, Марк? О, машина! О. Так нам нельзя. Домики прямо все, да? Дальше подождать, если там прям чуть типа больница, там лаборатория, ага. Там магазин. Прикольно. Там Лего, потом можно Лего собирать. Можно собирать, да? Они прикольно. Потом стоят в угу. Ой, вот большие Лего тут. А тут можно заказать покушать, да? Да, или тут покушать. Что хочешь. Покушать и попить. И да, это вот такое меню. На, есть. Вот это. Колючий, ну сейчас на стаканчик. Ну, надо так попей тогда. А, смотри, салатики, да? Всякие. Потом пора голодать, если нам что закажем. Картошку фрич, пицца. Так, по ценам пройдемся. По ценам не очень, нормальные. 55-45, ага. Взяла с собой большую бутылку. Цезарь 45 гривен. Мы заказывали картошку. Я большой, а вы уже выпили? Да, есть полная. Я выпила. Вот, у Лилии еще. Давай это, Лилия. Да подожди, она пить хочет. Мы попросим сейчас стаканчики, нам принесут. Ну, даже суши делает. На все суши и это пицца, и картошка фри, все. Я буду картошку фри. Вы мило, не видите? Мило, где то белая пицца, да? Пицца мы заказывали разная. Просто сыр, салями и... Да-да-да. Сыр, салями и что-то еще. И супы есть, смотри. Суп, борщ. Не, меню классное. Хорошее, что да. Хочешь себе, да. И цены, в принципе, нормальные. Нормальные, нормальные. Блинчики. Ну, десертики. Коктейли. Для родителей. Нет. Все безалкогольное. А, это безалкогольные коктейли. Все абсолютно нет спиртного. Ну, у нас тоже, да, у нас тоже не продают. Шампанского с собой. Ага. Сюда девочка приносили бутылку шампанского. Вот такая красотка, мила бабочка. Посмотри. За 15 гривен. 15 гривен. За сколько здесь? Даже не заезд, за 50 копеек. Да, вообще. Мил. Ты представляешь? Я нарисовала. Какая ты красавица, да? Ты выбрала бабочку, сказала, да? Ты хоть не перепутала, не сказала шметерлинг, нет? Блестки бы еще только подсыпали, да? У них нету, наверное. Нет. Я фиолетовый. Может, бабочка наша красивая? О, она придумала. Давай бабочку, смотри, как красиво. Давайте, девчонки. Ой, Мила, у себя доставай. Давай.
отбивать надо. Давай, лови, отбивать надо. Давай, бей. Бей, Мила, бей, бей. Прыгай. Не знаю. Побежала. Поролоновые кубики. Помещаем в книжки. Есть? Если. Я устала. Ну давай сама. Если. Ну. Ветер крыши рвет. Если град загрохал. Я тоже буду сказать. Каждый. Каждый знает. Это. Вот. Для прогулок плохо. Если ты порвал книжицу подряд книжицу, мячик и мяч, и мячик. Протокол. Говорят, ты будешь плоховатый мальчик. Если нет, мальчик. Нет, нет, плоховатый мальчик. Как я и сказал. Без ты будешь. Плоховатый мальчик. Нет. Если говорят, мальчик любит труд. Тычет. Тычет. Книжку. Книжку. Пальчик. Чик. Этот мальчик. Давай, мама, садимся. Этот мальчик. Если мальчик тычет книжку, пальчик. Он хороший мальчик.